Всем привет, друзья, с вами Корвид, мы продолжаем играть в Castle Story. Divine, да, наверное, к нам присоединяется новый миньон. С каким он лицом? Ох ты, какой сюда, какой злый день, сразу пошел работать. Так, ребят, какие планы на сегодня? Сегодня будем укреплять нашу стену, ну, то есть продолжать, в принципе, то, что мы делали на прошлом выпуске. Укреплять стену. Откуда здесь только кам... А, они, по-моему, только что ж мы, получается, убили големов. Хорошо. Так, здесь у нас, значит, копание идет. Камень есть, но его не так уж и много. Мне кажется, что надо побольше камня. Что у нас касательно металла? Металл вроде бы есть. О, да, металла вроде бы у нас достаточно. 48 слитков, неплохо. А вот с серой у нас, конечно, небольшие траблы. Серу бы... Давай я, знаешь, как сделаю? Давай я, наверное, отключу пока печку, так как у нас есть, в принципе, 48 слитков. Я думаю, что этого хватит на долгое время. Вот, просто дело в том, чтобы сделать один слиток, мне надо еще потратить чуть-чуть серы на это дело. Поэтому я, наверное, не буду пока ничего плавить. Я лучше займусь добычей камня и добычей серы. Так-то, в принципе, у меня оборона есть. Я думаю, что на первые две, может, три волны мне этой обороны, по идее, должно хватить. Вот, поэтому мне кажется, что надо сейчас заняться ресурсами. Тут вот мы серу почти добыли. Тут тоже нигде серы нету. Я думаю, что стоит отправляться вот куда-нибудь либо вот сюда, то есть строить здесь мостик, да, либо бежать вот сюда. Вот здесь вот ее достаточно... А, вот здесь еще сверху есть. Слушай, ну, в принципе, неплохо. Да, я думаю, что можно отправить тогда пацанов вот сюда. Ставим вот так вот добычу. Приоритет, я думаю, что я выставлять не буду, пускай они сами решают. Сделаем просто вот так. 11 миньонов у меня сейчас есть. 11 миньонов, по-моему, подождите, написано максимально 15. По-моему, в настройках где-то, да, можно было. А, или подожди, или это, по-моему, сделать уже нельзя. По-моему, можно было раньше, да, убрать вот этот предел по количеству популяции. А сейчас это, по-моему, сделать нельзя, только как-то через настройки. Через, я имею в виду, через папку с игрой. По-другому, по-моему, никак. Если вы знаете, ребят, напишите, как убрать ограничения по популяции, как сделать, чтобы, допустим, было там, скажем, 20 или 30 миньонов максимально. Было бы неплохо. Так, значит, у меня 4 арбалетчика, 4 танка есть. Мне бы еще, наверное, арбалетчиков 4, да, было бы идеально. И пару магов, было бы вот прям топчик. Арбалетчики, маги, да, хорошо, давай сделаем тогда... Сколько тут у нас? 2, 3... Вот так вот. Этого, по идее, нам должно хватить на 4 арбалетчиков. По идее, должно хватить. Что у нас здесь дальше? Веревки, кожа. Кожи нету. Я не вижу кожи. Кожа, наверное, тоже мне понадобится. Трава у меня есть, так что пускай сделают кожу. 5. Пускай 6. Пускай 6 штучек будет. Не, давай 8. Пускай будет 8, потому что я не помню, сколько там надо кожи. И вообще, нужна ли кожа для того, чтобы сделать арбалетчика? Давай мы сейчас посмотрим. Да, нужна одна. Одна кожа и одна веревка мне будет. Нужна для этих целей. 2 минуты 30 секунд у нас. Что у нас по строительству? Здесь вот еще до сих пор строят. Так еще и не поставили. Вот первое оконце. Я хоть посмотрю, как оно выглядит. Оно, по-моему, непрозрачно. Вообще нифига. Или... Нет, что-то видно. Я вон вижу тень какая-то от елки. Они, видимо, прозрачные, но, скорее всего, так очень-очень слабенько прозрачные. Ладно, пускай будет. О, подожди, вот здесь вот надо было отремонтировать. А вот здесь вот надо же отремонтировать. Вот так вот надо сделать. И давай я, наверное, даже выставлю здесь высокий приоритет, чтобы отремонтировали как можно быстрее вот эту тему. Вот эти вот камушки. Что у нас по нашей стене? Я так понимаю, что ее закончили? Да, здесь осталось совсем чуть-чуть. Доски есть. Видимо, просто нету свободных миньонов, чтобы всю эту тему закончить. Хорошо. Принесут тогда, да, я буду думать, что делать со вторым этажом. Второй этаж, я думаю, что я буду выставлять камушки
Можно, в принципе, даже и сейчас, наверное, этим заняться. В принципе, да? Так, камушки, 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 камушки. Вот. Подожди, а здесь я не могу. А, вот. Вот так вот я, короче, хочу, получается, выставить ряд. Вот так вот, наверное, да? Так. Ну, здесь, наверное, тоже вот так получается, да, я выставлю. Здесь. Можно было бы вообще все это дело красиво так вывести, чтобы оно стояло в один ряд. Вот, типа, если вот так вот делать. Но это будет слишком долго и понадобится очень много ресурсов. Поэтому я думаю, что сделаем тогда как есть и все. Надо бы сделать как-то... Да, мне нужен проход. Подожди, я тогда, получается, делаю неправильно. Мне нужен проход, чтобы был. То бишь, мне, получается, вот так тогда нужно делать. Здесь у нас будет проход. Так, тут у нас лестница. Как-то она, блин, у нас стоит дико неудобно, эта лестница. Так. Ну, в принципе, можно так сделать. Допустим, вот такой вот будет подъемчик у нас. Делаю сейчас буквально от балды. Но вроде как что-то выходит довольно интересное. Но некрасивое. Интересное, но некрасивое. Вот так делаем. Оп, отлично. Хотя нет, почему? В принципе, такое себе. Вот тут вот лишний камень. Вот так мы делаем. Оп, оп, оп. Хорошо. Так, где тогда сделаем лестницу на следующий левел? И как бы нам его так придумать, чтобы он был красивый? Я думаю, что я сделаю вот так вот. Сюда тупо выставлю... Нет, даже, наверное, еще один ряд я сделаю. Вот так вот. И сюда я уже выставлю атакующие кристаллы. Таким вот макаром. Здесь вот, видишь, я единственное не достану. Ну и как бы и ладно. Не достану, ну и ладно. Здесь у меня все получается так тоже будет стоять в кристаллах. Вот, и нужно будет двигаться как-то на следующий этаж. Там уже меня атакуют, я вижу. Но по идее кристаллы должны справиться без поддержки арбалетчиков. Что-то мне подсказывает, что они справятся сами. Сейчас посмотрим. Я думаю, справятся. Должны. Так. Значит. Здесь тоже поставим. Что-то не хочет. Вот так. Так. И, наверное, надо тогда сделать где-то еще один подъем. То есть еще одну какую-то лестницу сделать. Пускай она будет абсолютно отдельно стоять. Скажем, где-нибудь... Ну, вообще, конечно, в идеале бы вот здесь ее сделать. Мне кажется, что тут будет прям офигенно. Да, кристаллы справились без проблем вообще. То есть все у нас вполне себе отлично. Делаем здесь лесенку, которая будет нас вести вот сюда. Вот так. Здесь мы делаем вот так вот тоже камушек. Давай сделаем вот так вот лесенку. Вот. Нет, стоп. Не такую. А, вот такую, да? Вот, здесь вот они будут подниматься и идти уже непосредственно на следующий этаж башни. Лесенка. Вот. Забрались тут, и все отлично. Сделаем еще вот так вот, чтобы было все по красоте. Все, вроде как отлично. Это будет у нас следующий такой этаж. Не знаю, сзади достраивать вот здесь вот. Ну, типа, чтобы тоже было красиво. О, давай, знаешь, как сделаем? Давай. А, они там, наверное, не достанут уже. Слишком высоко, да? Можно было бы сделать вот так вот колонны. Допустим, две. Ну, я не знаю, может быть, они их смогут сделать, может быть, нет. Ну, пускай будет так чисто по фану, ради прикола. Вот так вот. Все, нажимаем ОК, применить. Пускай они теперь всю эту ситуевину тоже выстраивают. Камень у меня есть, его уже довольно много, поэтому я... пока уберу вот здесь приоритет. Вот, и выставлю, наверное, вот здесь вот на сбор серы, пускай. Пускай будет побольше. Вот так вот. Так, ремонт.
Ремонт у нас, в принципе, там уже весь закончили. Ремонтировать тут нечего. Стройка идет, 11 миньонов. Камень есть, сера есть. Не так, конечно, много, как хотелось бы, но есть. Кожа. Кожу сделали. Кожа есть, веревка. Нужно еще чуть-чуть веревок. Буквально немножечко. Ну, вот так вот, будет отлично. Вот, и будем уже делать еще двух арбалетчиков. Вот, как-то так. А, что-то я хотел вам, друзья, рассказать. По-моему, что-то по поводу дверей, да. Мне пишут, что, типа, двери можно закрыть. И, ну, типа, это делается для того, чтобы миньоны случайно не выбежали. Объясню, почему я не замыкаю двери. Потому что, если я, допустим, захочу собрать ресурсы где-нибудь там, скажем, ну, то есть за дверью, да, вот здесь, вот. Поставлю, чтобы они там добывали ресурсы, то есть выставлю тут задание. И я могу просто забыть о том, что я запер дверь, и в итоге туда миньоны бежать не смогут. Я буду себе ломать голову, почему они это делать не могут, и я могу потерять какое-то количество времени, а то, может быть, и вовсе не догадаться, вовсе не вспомнить, что я запер здесь дверь. Поэтому пускай они лучше будут открытыми, пускай я буду это лучше как-то контролировать вручную, вот, но зато я точно не опростоволосюсь. Короче, вы меня поняли. Так. Долго они, конечно, вот здесь вот строят, прям что-то как-то... Как-то, пацаны, что-то вы как-то тут прям долго. Можно было, мне кажется, это все сделать быстрее. Еще мне кажется, что они не могут вот сюда попасть. Хотя, по идее, он может подойти вот сюда и скинуть, наверное, камушек. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас, как все это дело будет происходить. Потихонечку отстраиваются. Так, я перемотаю, наверное, на день. Чтобы и вам, и мне было лучше видно. Вот так пускай такое. Знаете, солнце только-только взошло. Вот так вот отлично. Так. Вот эти вот бревна, они меня прям накаляют. Пипита, давай-ка мы с тобой немножко тут почистим нашу территорию. Мне кажется, это стоит сейчас замутить. Ты у нас кто? Годжи. Годжи потащил куда-то камень. Видимо, на стройку. Хорошо, отлично. Так, ну и здесь тоже осталось какое-то количество бревен, которые, мне кажется, тоже надо перетащить. В идеале бы еще вот эти все пенечки поубирать. Вообще было бы классно. Ну, может быть, сейчас мы это и сделаем как раз. Так, еще один остался. И потом тогда Пипита будет выкорчевывать пенечки. Странно, вот здесь вот одна елка. Я думаю, вряд ли она выросла. Скорее всего, ее просто не вырубили. Руки не дошли, да, как говорится. Ну, давай, ладно. Давай по пенечкам тогда с тобой вот так вот. Пройдемся, почистим эту территорию, просто чтобы они не мешались. Так, так, и вот здесь вот еще. Отлично. Отлично. Так. А, тут ямы, смотри, тут ямы. Ну, здесь можно будет просто, если что, землю выровнять, мне кажется, будет отлично. Хорошо. Хорошо. Да, ребят, у меня спрашивали несколько раз уже по поводу City Skyline. То есть я как-то делал в сообществе на YouTube голосовалку по поводу того, какую игру из старых игр вы бы хотели вернуть на канал. То есть что бы вы хотели, чтобы я снял. И выиграл City Skyline. Вот, он выйдет, я думаю, что после Нового года. Проблема в том, что я попросил у разработчика ключик от дополнений, которых у меня не было. И, ну, как-то слишком он долго мне их присылает. То есть, буквально там он мне их скидывает по одному ключику раз в неделю. Вот, я думаю, что после Нового года эта проблема будет полностью решена. И я поиграю в City Skyline. Думаю, что это будет, получается, второй сезон, да, по City Skyline. Будем с вами развиваться заново. Мне все-таки интересно тоже поиграть на зимней карте. То есть там какую-нибудь, не знаю,
Канада или типа того, было бы прикольно. Так, ну вот, видишь, единственное... Я забыл. Сейчас бы накосячили бы. Я же забыл вот эти лампы сделать. Давай сделаем хотя бы 4 штуки. Ёлки-палки. Я надеюсь, они тут не застроят вот это все. Я надеюсь, они подождут, пока я там сделаю лампы. Слушай, они сюда все тащат камни. Ребята, подождите, блин, куда вы все? Я еще лампы не сделал. Где они, кстати? Чувак. Чувак, давай быстрее, чувак. Там все тебя ждут. Буквально вся надежда сейчас на тебя. Вики, ну и чё ты? Валяется кусок кожи. Хорошо, прям отлично. Так, и он его уже сразу потащил в нужное место. Это хорошо, это большой плюс. Так. У меня тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 часовых кристаллов еще стоит. Да, но они у меня подготовлены вот именно к вот этому месту. Здесь мы будем их заставлять, застраивать, без разницы. Так, делаем вот так вот. А, тут смотри, тут уже не попадает, тут нужен синий кристалл. Так, хорошо. На самом деле ничего хорошего, но надо сделать. Так, делаем тогда вот так вот подсветочку, да, такую. Синюю-синюю подсветочку. Надо тогда сделать пару синих кристаллов, я думаю. Пускай будет. Думаю, лишними они не будут точно. Так. Тут у нас все отлично. А что у меня с серой? Ну, вроде как разобрали, да, но еще не полностью. Големы появились. Опять тихо. Опять... без каких-либо звуков. Ну, я думаю, что они... Да, они уже вот они уже здесь. 6 средних, 2 мелких. Я думаю, что их раскидают вообще без проблем совершенно. Опа, вот это мне не нравится. Чуваки, а вы что, типа по окнам ходить не? Никак? По окнам они, видимо, ходить не могут. Это печально. Ладно, тогда надо ждать, пока кто-нибудь сюда притащит камень, поставит его на окно, чтобы они могли по нему спокойно пробежаться. Во-во-во-во-во, это все вот из-за вот этой фигни, из-за вот этой стройки. Уходи, маленький. Дивайн, уходи. Все, хорошо, все отлично. Это все из-за вот такого вот ремонта. Так, тихо, подожди, какой склад? Что ты взял мне? Давай так вот, В чем дело, я не понял. А, фу, блин, это не то, во. Вот это то. Делаем вот так, и отлично. Все, пацаны отсюда выбежали, лампу там поставили, здесь поставили, все отлично. Посмотрим потом, как лампа будет бить через окна, как-то она, по-моему, плохо бьет. Хотя нет, ну то есть сейчас вот окна стали уже прозрачными, то есть там что-то видно. А что за звуки? Странные звуки. Ладно, может быть, это было из-за того, что я слишком сильно приблизил камеру. Или подожди. А, ну это, видимо, такая музыка какая-то играет. На заднем плане. И все-таки я не пойму, почему разработчик не завез на эту карту новогоднюю музыку. Какие-нибудь прикольные там колокольчики и джингл беллс или типа того. Почему-то здесь такого нет. Это печально. Хотелось бы какой-нибудь новогодний такой трек, прикольный, кайфовый, веселенький. Но нет. К сожалению, нет. Давайте, пацаны, вся надежда на вас. На самом деле тут уже осталось, по-моему, совсем чуть-чуть, да? Да, тут вот чисто осталось, и все. И они полным ходом смогут заняться нашей стеной. Я думаю, что можно даже сразу вот здесь вот так вот сделать часовые кристаллы, расставить, чтобы, ну, типа, уже тут сразу были. Вот, отлично. Прям великолепно. Так, ну, я еще поставлю здесь тогда тоже. Здесь, допустим, можно
два давай сделаем, да, вот здесь вот тоже можно поставить, скажем, вот здесь вот тоже можно, чтобы они стреляли как бы взад. Вот здесь можно сделать, вот здесь можно сделать, здесь, мне кажется, хотя здесь тоже вполне себе может быть. Давай тогда сделаем вот так, вот, то есть там, где они смогут поставить, пускай ставят. Получится из этого что-то, не получится, не знаю. Прожимаем вот таким вот образом. Ну что здесь у нас, ребята? Ну сколько еще тут? Блин, раз, два, три, четыре. Четыре камушка или сколько? Нет, по-моему, меньше, чем четыре камушка. Я хочу тут еще кое-что сделать. А, типа вот такого вот. Вот так и вот так. Вот. Вот так будет. Поинтереснее чуть-чуть. Чуть-чуть поинтереснее. Вот, потом с этой стороны я тоже буду строить какую-нибудь стеночку. Также будет огромное количество часовых кристаллов на ней. Штук, я не знаю, 30-40. Сколько влезет, короче, столько и будет. Так, что у нас тут? Сера закончилась, да? Окей. Сера закончилась. Давай чекать, где у меня тут есть еще сера. Она есть только вот здесь, вот наверху. Тут, в принципе, можно кинуть мостик. Такой чисто. Деревянный. А я могу кинуть его сверху вниз? Я никогда не пробовал. Наверное, нет, да? Ну да, я думаю, это было бы глупо. Вот, но я могу его кинуть вот здесь. То есть его можно спокойно сделать вот так вот. Ох-ох-ох. Ну давай сделаем, пускай будет. Так, сделаем здесь тогда мостик. Далее что мы будем делать? Далее. Далее, далее. Здесь получается ресурсы. А вот здесь тоже у нас есть сера, который также надо добыть каким-нибудь. Здесь вот тоже можно поставить мостик. Но туда наверх я не знаю, как на самом деле попасть. Как туда пройти. Поэтому здесь придется уже строить именно винтовую лестницу. Без этого вообще никак. То есть вот так вот будет у нас стоять идти лесенка. Угу. Так, хорошо. И последний. Все, отлично. Вот здесь они будут добывать тоже серу. Здесь мостик построить, там построить. Сейчас у меня пока что, да. Первоначально самая главная цель — это построить вот эту вот стену. Ее надо сделать как можно быстрее, а камень заканчивается. А камня не хватает снова. Ёлки-матрёлки. Ладно, тогда мы выставляем здесь снова высокий приоритет задания. Вот этот чувак такое чувство, как будто ничего не делает, но нет, делает. А куда они потащили веревки? А, на мост. На мост, точно. Веревки они потащили на мост. И те они будут, видимо, долго с ними, да? То есть здесь прям обход-обход надо делать. Где мой 12-й, блин, миньон? Три... А куда делись? Они что, их уже сюда... А, они тут, смотри, уже. Видишь, что-то где-то понаставили, что-то где-то понастроили. Молодцы какие, а? И молодцы. Так, ну там вроде как все неплохо. Единственное, вот это вот задание нужно убрать, чтобы его тут не было. Закончился камень. Нет, хотя тут еще есть, но я думаю, что это уже как бы временно. То есть он еще чуть-чуть буквально и закончится полностью. 31 слиток у меня, 918 серы. 918 получается мне хватит на... ну смотри, 10 это получается 200. 40, да? 45. 45 часовых кристаллов можно будет сделать. Нет, не 45. У меня не хватит металла на это дело. Мне не хватит на это дело металла. Да, то есть получается 31 максимум я могу сделать. То есть мне сейчас по идее нужен еще металл. Но он у меня есть. Вот в чем весь прикол. Как бы с металлом-то проблем нету. Надо просто его крафтить, и все. И все будет отлично у нас. Ставим его на крафт. Ждем, пока сюда притащат все нужные, ненужные ресурсы. Он уже там что-то скинули. 20 серы. Он закинул 20 серы в печку. А, то есть он типа закидывает 20 серы, да, и она потихонечку исчезает, исчезает, исчезает. Я понял, тебе хорошо. Хорошо. Такого, по-моему, раньше не было. Я, по крайней мере, не помню. 1 минута 45 секунд. Сейчас у нас будет какая, по идее, уже 11-я будет волна.
Уже 11-я волна, друзья. Это, ну, прям как уже так нормально, нормально. Так. Ну, пожалуйста, достройте. Ну, что за калека тут какой-то? Я хочу уже глянуть, как там все это дело светится. Хотя, в принципе, можно здесь вот глянуть. Но я бы, конечно, хотел, чтобы уже как бы здесь все было, чтобы уже было все красиво, да? Чтобы по красоте, так сказать, глянуть всю эту тему. Пока, видишь, пока нету камня, пока, ну, как бы камень есть, да, но его типа нет, потому что он весь зарезервирован, видимо, на строительство стены. А что, кстати, вот здесь вот с башней? Ну, вот один камушек тащится. Мостик почти сделали. На самом деле, еще было бы здорово собрать металл. Он же здесь есть где-то рядом, нет? Опа, смотри, тут, получается, металла рядом нет. То есть здесь было... А, вот, есть. В целом, я что хочу сказать. Ресурсов на этой карте побольше, чем на карте пустыни. Причем, ну, как бы заметно больше. Если на пустыне у нас сера закончилась прям очень быстро и была дикая нехватка серы, то, ну, тут она как бы есть, ее здесь еще много. Добывай не хочу. Вот, плюс очень много ресурсов именно в горах, вот в этих вот. То есть тоже можно будет копать потом. Я думаю, что мы нуждаться в этом не будем. 5 секунд. Послушаем сейчас. Опа! Тут даже не надо слушать. Они появились именно вот тут. Я думаю, что прямо сейчас они здесь появятся. Так, у меня получается на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 9 кристаллов стало больше. Посмотрим, как это отразится сейчас на обороне на нашей. Чуть никто не нападает. Алло, ага. Ой-ой-ой, вот это плохо. Вот этот пацан, это плохо. Так, ну там я вижу минус один, минус еще. Опа. Вот этого я и боялся. Он уже начал прокидочку. По нему тоже, кстати, прокидывают. Но мне кажется, что он может мой кристалл добить первый. Нет, отлично. Все хорошо. А, он, может быть, даже не попадал по нему. Вполне, кстати, может быть. Вполне может быть, что был какой-то лаг, и он просто по нему тупо не попадал. Ну... Все. То есть, как бы, все. Волны больше нет. И отлично. Если, я думаю, поставлю еще... Сколько там было штук? 10, 11, да, получается, кристаллов? 12 даже. 12 кристаллов, если я поставлю вот здесь, то, ну, наверное, волны до 25 можно будет вообще не париться и даже не выводить никакие сторонние войска, то есть спокойно собирать ресурсы и отстраиваться. В будущем, я думаю, что еще, то есть как я хочу, чтобы эта стена выглядела. Здесь она останется неизменной, то есть она, скорее всего, такая же и будет, вот, но я ее продлю чуть вот сюда и здесь сделаю башню, то есть она будет высокая такая башня, вот, которая тоже будет утыкана кристаллами. Будет мостик вот здесь, вот, и здесь будет еще одна, вторая такая же, я постараюсь построить такую же башню, чтобы они красиво выглядели. Они будут, скорее всего, с окошками для арбалетчиков и с окошками для вот таких вот кристаллов. Все это, я думаю, я сделаю вне записи, то есть я сделаю какие-то шаблоны, всю эту тему сразу поставлю, построю и будем с вами довольствоваться этим. Ладно, с вами был Корвит. Не забываем подписываться, ставить лайки. На сегодня все, друзья. Всем удачи и пока-пока.